«Елки» – российский новогодний киноальманах продюсера Тимура Бекмамбетова, который также выступил сценаристом и режиссером. Сирота Варя, живущая в детдоме в Калининграде, выдала себя за дочь президента Дмитрия Медведева и под напором других детей заявила, что папа поздравит ее с Новым годом кодовой фразой «На Деда Мороза надейся, а сам не плашай». В противном случае все дети перестанут с ней общаться. В это же самое время в Якутске развивались совсем иные события. Парень по имени Борис выходил из бани и позвонил своей девушке и сообщил ей о том, что не сможет приехать на Новый год, чтобы отметить вместе. В разговоре она намекнула, что у нее кто-то есть, и выключила телефон. Борис прыгает в такси и мчит в аэропорт. В Красноярске таксист по имени Пашка катается по городу, развозя клиентов, и мечтает о Вере Брежневой. Но по счастливому стечению обстоятельств его очередным клиентом становится никто иной, как Брежнева. В Екатеринбурге Пашкин дядька, капитан милиции Валерий Синицын, поймал очередного жулика, который пытался грабануть ювелирный магазин. Звали этого воришку Леха Зайцев. Валера сажает Леху в обезьянник. Украденную золотую цепочку Зайцев прятал у себя во рту. В этот же вечер в Уфе Юлин жених задерживался на работе, а она прогуливалась по гипермаркету в поисках его любимого шампанского. Там же она замечает своего жениха с другой женщиной. Не видя реальных возможностей добиться выполнения обещанного, девочка принимает решение сбежать из детдома. Ее друг Вова, тоже детдомовец, рассказывает ей о теории шести рукопожатий. Однако расстроенная Варя ему не верит. Вова запускает цепочку, позвонив выпускнику их детского дома, Мише, который живет на Кубе. Куба оказывается студенческим общежитием в Казани, но Миша старается скрыть это от проживающей в Швейцарии Лены, с которой познакомился в одноклассниках. Вова звонит Мише, когда тот был на видеосвязи с Леной, и просит его о помощи. Варя подслушивает этот разговор, и студент пообещал, что президенту все передадут дословно. Лена в шоке от услышанного. У Миши в комнате оказались весьма интересные декорации. В это же время Борис занял свое место в самолете, где познакомился с веселым пассажиром по имени Евгений, который оказывается артистом театра, и они вместе немного выпивают и общаются об отношениях с девушками. В это самое время Юля заходит в гости к своей подруге. На первый взгляд ее муж Петя кажется просто золотцем. Своими глупыми советами подруги доводят Юлию до слез. В Перми два спортсмена выясняли, кто круче, лыжник или сноубордист. В это время сноубордисту Коле звонит Миша и просит у него помощи касаемо девочки Вари. Миша припомнил ему случай, где тот катался на одной трассе в Сочи с президентом. Однако Колян говорит, что телефон президента был утерян, но взамен может дать номер Веры Брежневой. После этого спортсмены устраивают в подъезде гонки, в ходе которых парни случайно сбивают соседку-пенсионерку и вызывают ей скорую. Леха Зайцев профессионально сбегает из обезьянника, а Синицын в это время принимает душ. Леха крадет его форму и телефон и сбегает из отделения полиции. Выйдя из душа, Валера был в шоке. Старушку увозят в больницу. Паша подвозит Брежневу и ее продюсера, которого хитростью выманивает из машины и сваливает от него с Веркой на борту. Сбылась мечта романтика. Очень быстро Вера понимает, что этот парень не такой уж и плохой, особенно когда начинает петь ее песню. Сосед в самолете рассказывает Борису про свою девушку, и Бориса начинает кидать в холодный пот. Оказывается, что у Евгения тоже есть девушка по имени Ольга. Борису начинает казаться, что его Оля изменяет ему именно с этим Евгением, и он набрасывается на него. Вскоре тот подрывается и убегает от Бориса по салону самолета. Между ними завязывается драка. Затем Борис пытается выкинуть Евгения за борт, но это все оказывается лишь сном. Колян звонит Брежневой, и его рассказ о Варе производит на нее впечатление. Брежнева делится этой информацией с таксистом Пашкой. Он вызвался тут же помочь Варе, так как хотел произвести впечатление на свою возлюбленную. Паша звонит своему дяде, капитану милиции Валерию Синицыну, но на звонок отвечает вор Леха Зайцев. Леха вынужден пообещать Паше, что президент скажет кодовую фразу. Пашка выходит с магазина, довольный сумками, но видит, как Вера сваливает на его машине. На уговоры Пашки она не поддается. В магазин сотовой связи, где работает Лехина девушка Алина, врываются грабители. Зайцев обезоруживает их и укладывает на пол. Но тут в магазин врывается Синицын. Между ними начинается потасовка. Но люди останавливают Синицына, решив, что он бандит. Затем Леха, как отважный рыцарь, целует свою девушку. Выйдя на улицу, Леха раскаялся во всем перед Синицыным, и тот отпустил его. Самолет тем временем зашел на посадку в Новосибирске. Борис с Евгением прогуливаются по аэропорту. Евгений общается со своей возлюбленной по телефону, а Борис нервно наблюдает за ним. И перед его глазами начинается
начинают всплывать пропитанные ревностью яркие любовные картинки. Тогда он подпирает двери бокса, из которого Евгений не может выбраться, дабы он никуда не смог дальше лететь, и через стеклянную дверь объясняет Евгению, зачем он так сделал. Внезапно у Бориса зазвонил мобильный. Это был его брат, тот самый Леха Зайцев. Леха рассказывает брату историю о девочке Варе из детского дома и просит его помощи. Борис поделился с ним своей проблемой относительно Ольги, и Леха успокоил брата, после чего тот освободил Евгения. Тем временем Юля, у которой есть знакомые в аппарате президента и которую бросил жених, а подруги посоветовали ей записать свое желание на бумажку, пока бьют куранты, поджечь записку, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить, проводила этот нехитрый ритуал. Из-за звонка Бориса Юля не успевает это проделать. Он рассказал ей историю про проблему девочки по имени Варя. Но Юля расстроилась, что этот звонок ей помешал. Юля жахнула водки и поскакала на улицу ловить попутку с мыслью, что Новый год в соседних Бавлах празднуется на 2 часа позже. Она чуть не попадает под колеса пожарной машины, водитель которой с неохотой подвозит ее. В процессе поездки она рассказывает водителю о своих жизненных трудностях, связанных с выбором второй половинки. По дороге Юля звонит Игорю, работнику президентского аппарата, который забыл мобильник в Макдональдсе. На звонок Юле отвечает Юсуф, сторож детского дома, где живут Варя и Вова. Юсуф бежит на улицу в поисках Игоря, но тот уезжает, сидя на заднем сидении бизнес-класса. В Бавлах Юля забегает в первый попавшийся дом, где семья готовится встречать Новый год, и снова проделывает этот ритуал. Однако затем замечает, что сожгла не ту часть бумажки. Круг замкнулся. У Юсуфа есть знакомый дворник Адал, который убирает снег в Москве на Красной площади. Юсуф позвонил ему и попросил о помощи девочке Варе. К сожалению, не все наши надежды в жизни оправдываются, и не всегда все происходит так, как мы хотим, несмотря на то, что счастье бывает так рядом. Все дети за столом в ожидании новогоднего поздравления президента смотрят телевизор. Малыш Вова попытался этому помешать. К удивлению девочки по имени Варя и других ребят, президент в новогоднем обращении произносит нужное слово, после чего Варя и Вова на радостях обнимают друг друга. Остальные герои также обретают свое счастье. Таксист встречает Новый год вместе с Брежневой в машине, Юля и пожарный влюбляются друг в друга. Борис наконец возвращается в Петербург к возлюбленной и узнает правду. А Миша, мучимый чувством вины, встречает Лену, которая тоже оказывается не той, кем казалось. Оказалось, благодаря дворнику Аделу президент и увидел эту фразу: «На Деда Мороза надейся, а сам не плашай».